Короче, все, парни, играем по РП. А мы как еще играли? Мы как долбоебы, блядь, прибежали. А, типа, надо бояться, да? Шугаться? Выбирайте, кто из нас танк. Пусть Леха будет. Я снайпер. Нет, ты танк. У тебя есть снайперка? Да. А у меня их две. И чё? А кто с ними играть умеет? Я. Сейчас пойду поиграю. Так же, как Леха с грузовиками? Ну все, мы определились, кто штурмовик, кто под сто штурмовика. В принципе, все и так видно. Да. А кто под сто штурмовика? Ты. Почему я? Нет, ты штурмовик, а я подсос. В смысле? Леха заградительный тяжелый огонь, а Тимур такой. Какой штурмовик? У меня пистолет пулемет, алло. Ну, ты такой, типа, этот, домашний драчун. Ты типа дома дрочишь. Я пресса, алло. Фотографировать. Фотографируешь закат? Я разведчик, алло, у меня пистолет пулемет. Ну, ты такой, типа, по домам бегаешь, дрочишь, а Леха просто коридор закрывает школам огня. Ну вот, я только чисто на разведку, говорю, кто где, и убегаю. Ну, то есть обоссанец. Это надо выйти, пацаны. Потому что у меня денег на страху. Ебать, мы три срочника! Леха чисто командир срочников? Или просто такой пропёрженный срочник? А мы с Тимуром реально срочники, блять. Чмобики. Чмобики. Все, поехали. Ты зайди. А еще что? Ну. Ого, уже капитан Прайс теперь с калашом. Что ты вылазишь? Я просто проржал. Плюс я еще же болею. Я жив, я даже залутаю сейчас пчела. Сейчас залутал. Мужик. Так. Дружище. Эй, бро. Все умер. Блять, нет, я пчела убил. Ебать, он мощный прицел нахер. Ебаные сети, бля.
На сегодня я убил 8 ЧВКшников. Нормально, да? Угу. Нормалды, нормалды. 7 из них это Тимур. Два, так точно. Нормальная статистика. Ну, 7 это для будущего, сказал. Да. То есть ты планируешь его убить? Не стоит начинать бояться, да? Угу. Вот он я, друзья! Вот он я! Ух ты! Блять, картошка выглядит как смирительная рубашка. Чуся разговаривает про Starfield, когда он еще не вышел. I don't понимать. Знакомьтесь. Бля, недавно увидел ролик про Sims, как чел играет в Sims, но типа сам для себя сделал хардкор и запретил некоторые вещи. Типа тот он... Тот день хардкора в Sims? Да, где он сделал вчера этого, посмотрел. Джеффри Любовского. Да, бля, просто ебанутый ролик. Я захотел в Sims поиграть даже после этого. Мне понравилось тоже. Я особенно поражал, когда он, я думаю, типа, он говорит, типа, нужно выбрать ковер. Я думаю, пошутит он, блядь, про то, что он сдавал стиль комнате или нет. Это был ценный ковер. Да, ковер задавал стиль всей комнате. У нас, короче, два снайпера и один Тимур. С конченным калашом. Ура! Не-не-не, Тимур, смотри, значит, мы тебя говорим фас, и ты, как обычно, рашишь. Только ты должен орать в ВС-чат, бегите, я к***ный. Вот, они будут убегать, а мы их будем убивать. Или, нет. Знаешь, или знаешь, вообще так, бежишь, короче, говоришь, нигер, 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 нигер. Это надо было сам по 7 делать. Там нормально было. А с калашом уже не очень побегаешь. Побегаешь, выносливость вкачаешь. Идёшь я за тобой. Так, а где мы? Мы, смотри. Вот там понял, гора. На другой конец карты идти. Нам направо получается. Можно чисто. А, направо. Ну, прямо можно тоже, да. Ну там будет прямо. Чевок заспавнится. И справа чеваки заспавнятся. Вот. А если сюда пойдем? Там тоже чеваки заспавнятся. Оркестр Вагнер!